Здравствуйте все, кто заглянул на мою страничку. Сегодня я хочу с вами приготовить закуску. Она очень оригинальная, очень старый рецепт, рецепт из детства, но будет оригинальная подача. Для этого нам понадобится вареные яйца, укроп, совсем немножко, помидор, сыр, листья салата, шпроты, майонез, соль и черный молотый перец. Для начала мы разрежем яички. Вытащим желтки. У нас будут фаршированные яйца. Все делается очень быстро, на скорую руку. Из минимума ингредиентов, быстро и просто, как я люблю. Нарежем укроп, хвостики нам не понадобятся. Постараемся нарезать мелко. Добавим к желткам укроп. Также добавим шпроты, удалив хвостики. Ну вот на 3 яичка, наверное, 3 шпротинки хватит. И разотрем вилкой до однородной консистенции. Посолим. Поперчим. И осталось нам добавить майонез. И как следует размешаем нашу начинку. Мы размешали начинку, а теперь начиним яички. У нас начинки много, мы можем с горкой как следует положить. Мы начинили яйца, а теперь мы попробуем их украсить.
будут лодочки с белыми парусами и с алыми. Уберем мякоть, она нам не понадобится. Теперь сделаем. Это будут алые паруса. Всегда приятно, когда обед не только вкусный, но и красиво подан. Теперь я еще нарежу салат, чтобы положить наши фаршированные яички на красивую подушечку. Вот такие лодочки у нас получились с белыми и алыми парусами. Очень оригинальная и красивая закуска. Она украсит как праздничный, так и каждодневный стол. А вы готовьте, радуйте своих любимых. И подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду готовить для вас все новые и интересные рецепты. До новых встреч!